Дорогі друзі, вітаємо вас в Центральній бібліотеці. Сьогодні на вас очікує презентація нової книги відомого криворізького журналіста і письменника Володимира Пелеховича Бухтіярова. Книга має назву «Битва за Кривбас». Вже стало доброю традицією, що саме перші презентації проводяться нових краєзнавчих видань в Центральній бібліотеці і для бібліотечних працівників. «Битва за Кривбас» – це нова книга цього автора, і вона, наша зустріч проходить напередодні 75-ї річниці визволення Кривбасу. І ця книга присвячена саме цій темі. Оскільки тут бібліотечні працівники присутні, крім зацікавлених читачів, то всі ви знаєте, що в наших фондах є і інші книги цього автора, видані в інші роки. І деякі з них представлені теж на нашій виставці, але ви бачите, як вони всі зачитані і перечитані, тому що ця тема, вона визиває дуже такий жвавий інтерес, і ці книги нам допомагають цей інтерес задовольнити. Тому що кожна родина причетна до теми Другої світової війни або визволення Кривого Рогу. І ми дуже вдячні автору за те, що він пише, використовує нові факти, нові документи, щоб написати нову книгу. Ця книга видана за підтримки громадських організацій. І ці організації, ми вже бачили книги, які вони видаються за підтримки цих організацій. І дозвольте, я представлю вам почесних гостей наших. Це Дмитро Петрович Степанюк, голова координаційної ради Криворіг рідного міста, народний депутат України другого скликання, заслужений працівник промисловості України, доктор філософії в області права, громадський діяч. А також Бабенко Ольга Володимирівна, депутат Криворізької міської ради, голова громадської організації «За рідне місто». То тоді почнемо нашу зустріч. І... Я думаю, Бухтіяр, вон герой дітей сьогодні, яка розказує. Почти, да. Я хочу ще трошки додати, що оскільки всі бібліотекарі знають, як важливі ці книги, кожна книга Володимира Пелеховича Бухтіярова – це дуже важливий інструмент в нашій роботі у вихованні патріотичного громадянському, у вихованні молоді. Тому це, хочу відкрити ще, ну це вже не секрет, що ці книги будуть подаровані нашим бібліотекам, їх представникам, які знаходяться в залі. Тому, да, тому дуже цікаво від автора почути історію написання цієї книги. То, будь ласка, пожалуйста. Да. Ну, я зараз, ти балет не вже є. 15 минут. Не менше. Время пошло, да? Я с детства заражен болезнью тема Великой Отечественной войны. Именно Великая Отечественная война. Меня никто не воевал, были очень молодые родители. Дед старый был, не взяли в армию, сказал про оккупацию. Это второй дед был железнодорожником, его не взяли в армию, говорят, собирайтесь в эвакуацию, собрались они, выходят, а немцы врываются на мотоцикл на станции, где он работал. Поэтому никто так, в принципе, не воевал. Погиб единственный человек, это мой двоюродный дед, его немцы расстреляли в Донбассе, потому что он взрывал шахту. Это единственная потеря была в нашей семье. Но, однако, вы знаете, миллионы потерь, поэтому я считаю своим долгом эту тему и дальше продолжать. Вот теперь об этой книге. Я вчера не поленился, вы знаете, посмотрел на полочку там свою, посчитал, сколько я уже книг написал. Получается, 23-й по счету на сегодняшний день, да. Четвертая по счету именно операция Никовская-Криворожская. Первая была «Вызволенная книжка», самая первая моя книга, мы вместе с Вороном писали ее в 1994 году, 20 лет назад получается, да? 25 лет. Вот, потом была «Освободители». Когда я писал книгу, было 200 человек, в нем многие жили, людей, которые освобождали Криворог. Сейчас осталось всего четверо. Двое мужчин, две женщины осталось. Представляете, как время идет, какое оно неумолимое.
Поэтому надо спешить о них почитать тоже. Не только о них, а многих. Мы до сих пор не знаем, что погибло при освобождении Приворова. Я сколько не рылся по архивам, не знаю. Я как-то был, последний раз я был в Москве, Подольске, в архиве в 89 году, помню, зимой. Мне дали командировку официальную, чего на рынке. Я ездил в архив. Я раньше там был, но последний раз я был там. И я никогда не забуду, мне попалась стенограмма заседания ставки Гитлера, как сейчас помню, от 12 июля 43 года. Там языком оригинала, а я кое-что соображал по-немецки, извините. Я прочитал, Гитлер говорил, если мы потеряем Кривбас и Никополь, мы проиграем войну. То есть он впервые признал, что Германия может оказаться побежденной. Это сначала Второй мировой войны, 1 сентября 1939, и только в 1943 году признал, если закобы. То есть, видите, какое значение нашего города было. Недаром битва за Кривбас длилась 4 месяца. Ни один город так долго не соображался. Ни во Франции, ни в Союзе, нигде. Единственный город, борьба за который шла 4 месяца. Я хотел бы взять одно письмо нашего освободителя, о фрагментик. Это полковник, подполковник Гумнин, командир 44-го гвардейского полка 20-й гвардейской легендарной нашей криворусской дивизии, позади танковой бригады. На основе этой, вы знаете, на основе этой дивизии была создана танковая дивизия, потом ее превратили в создание бригады. И вот как раз подполковник Гумнин назначен командиром этого полка накануне решительного штурма Кривого Рога. Это где-то было 15 февраля 44 года. И вот его полк, один из первых, вошел в Кривой Рог. Вот он пишет. Место увешлище, значит, это я приводил, вот я теперь жалею, что я приводил письма на украинскую мову. Надо было документы давать тем языком, оригинальным, да, языком. Вот я теперь буду, в будущем теперь буду я иметь в виду. Наградной лист есть на русском языке, что он представляет за ордена Красной Звезды, медали за отвагу, так и пиши. Оригинальным, мовою оригинала подаем. Ну, тут получилось, что я почему-то приводить начал. Місто увійшли ще затемно, шляхів не знаємо. Багато балок, ви знаєте, Криворог балками багато, взагалі красиве місце наше, красиве, унікальне. Важко відшукати подивну дорогу. Взяли старого провідником. Такий добродушний старий українець. Гумнін росіянин, Рязанської області, він пише, такий добродушний старий українець. Він нас найкоротшим шляхом вивів до призначеної цілі, а потім прохає, слухайте, що він каже, діточки, спіймайте німця і дозвольте старому йому пику дати. Вони з волота багато лиха накоїли і мені, і всім нам. Його прохання ми задовольнили, командир говорить полка. І він, самовдоволений, гордий, мені здавалося, плечі розправив, пішов додому. От так. Ми зараз аварістом ритикуємо, навіть украли у ветеранів поняття «Великобісна війна». І коли я виступаю где-нибудь, я говорю, хто при мені скаже на Великобісну війну, друга світова, я зразу ухожу. Слава Богу, я стою перед вами. Хоча Бога світова війна була понятна. 1 сентября 1939 року по 3 сентября 1945 року. Друга світова війна, Вторая мировая. Но Великобісна війна сама по себе. Вот, немножко здесь я смысле. Да, недавно был юбилей танкового рейда роты Романенко, 75 лет, прорыв Кривой Рог. Интересные было такое событие происходили. На Криворожье прибывает маршал, не кто-нибудь, как маршал Жуков. Знаете, главнокомандующего, ставки Верховного, зам Сталина, и говорит таким требованием. Сталин приказал Кривой Рог взять штурмом, это он говорит командующему 2-го Украинского фронта, генералу армии Конев, которого спас в 41-м году от расстрела. Там были причины, его арестовали, и Жуков выручил его, его освободили, он спал командующим 2-м Украинским фронтом. Да, Жуков Конев говорит, вы знаете, я бы с удовольствием, но я приказ это выполнить не могу. Вы что, хотите, чтобы в 41-м году сами поступили?
И за что за телефон же хватается рука. Тот его взял, говорит, товарищ маршал. Говорит, извините, но у нас нет сил наступать на Кривой Рог. После битвы за Днепр мой фронт план нам прискорблен. Пополнения пока не было. Он говорит, давайте соберем совещание генералитета нашего. И они могут рассказывать ситуацию. Собрали командующего армии Шарохина, 37-я, командира 5-й гвардейской армии Жадова, когда она стояла, чиновна стояла, и другие. И вот поднимается командир 18-го танкового корпуса, полковник Трухманов, и говорит, по моим, вы знаете, товарищи генералы, по штатному списанию у меня должно быть 200 танков, на ходу мне 36. Поднимается командир 29-го танкового корпуса, говорит, у меня на ходу где-то около 50 танков. То есть они убедили даже такого сурового человека, как Жуков, что нечем наступать. И поэтому ему удалось убедить Сталина, чтобы он не настаивал на таком, значит, на быстром освобождении Кривого Рога. Нечем. Сказали, мы сейчас, говорю, тогда хорошо, ведите бои местного значения, сдерживайте, не пускайте немцев к Днепру, чтобы они не сбросили наши войска в Днепр. Хотя был прорыв со стороны Дай воды. Немцы бросили 300 танков из-под Кировограда, район не Дай воды, чтобы отрезать наши войска и бросить в Днепр. То есть не пустить немцев при вас, и самое главное, не КП. Нужна была марганцевая руда. Немцы до последнего дня сначала возили, эшелонами возили, потом наши авиаторы вот двумя штурмовыми авиадивизиями, штурмовики Ил-2, разбомбили все поступы, вернее, все эту дорогу уничтожили, немцы парализовали, не могли. Они возили на машинах. Потом началась такая распутица, что машины застревали. Этот маршал, я читал в мемуарах маршала Василевского «Дело всей жизни», он пишет, я прожил уже много лет на свете, но такого, за такой распутицы, такой грязи, как была под Кривым Рогом, я не видел вообще. Хотя он жил там в России, знаете, там что-то мало. Чернозем, машины застревали, немцы вывозили руду из Марганца на подводах. И последние уже годы, последние дни пребывания на нашей земле, рюкзака и этих местные жители заставляли под конвоем, выносили руду там на укромное место, складировали и возили в Германию. Вот почему такая была страшная битва. И вот, смотрите, только из четырех, получается, двух танковых корпусов, 7-го механизированного корпуса и двух танковых бригад 5-й гвардейской танковой армии собрало 10 экипажей, могли собрать, более-менее, которые могли пойти в сторону Кривого Рога. Конечно, что такое 10 танков для такого города? Хотя город Кривого Рога был небольшой, вы знаете, небольшой. Вот это вот была вторая часть. Туда, кстати, ворвался батальон одессита Иванникова. И не дай воду, могилу бабу взял россиянин Стародубцева батальон. То есть был интернационал полнейший. И армяне, и грузины, и там столько не было. Вот. Начались 10 танков под командованием старшего лейтенанта Романенко. И они все-таки удалось им прорваться в Кривой Рог и дойти до здания Горного института на Пушкина. Критиковали, до сих пор критикуют, а зачем было, зачем мог жертвы. Оказывается, значение этого рейда. В это время в Кривом Роге, вот этой части, особенно лютовали, назывался Черный Калмыцкий корпус, калмыки. Немцы бросили его, они попали в плен в свое время, в 1941 году, их немцы переагитировали, и они абсолютным зверьем отличались от немцев. Наши местные жители приходили, можете спросить старожилов, просили немцев защиты от калмыков. Вот они тут летовали. Тут взрываются танки, у населения появилась уверенность, что вот-вот они немцев выгонят, и калмыков тоже уничтожат. Там судили многих калмыков. В этом дворце культуры, значит, бывшего друга коммуниста, Нарданца, там их судили, в 51-м году. Да. И вот эти танки ворвались, сделали, и они были, получалось, 8 танков были подбиты, полностью погиб капитан, экипаж лейтенанта Белоросова, и он сам погиб, из улицы Белоросова в Сырно-Царьевском районе. Но они выполнили три важные задачи, такие, знаете, моральные в основном. Первое, даже не моральные, а и
даже не моральная. Первая – уверенность в том, что скоро будет освобождение. Вторая – очень важная. Во время рейда, этого врыва, немцы дрогнули. Охрана немецкого концлагеря на Гданьске, Шталах номер 338, дрогнула, ослабила режим охраны. И в это время был совершен массовый побег. Да, много погибло немцев, стреляли от автоматов, вот сейчас пулеметы стреляли свыше по пьяным, но многие ушли. Ушел в это время легендарный потом летчик, старший лейтенант, да, Григорий Устинович Дольников. Потом он стал, видите, как говорят, мол, что все, кто приезжал, были в лагерях, советские, ничего подобного. Он ушел, удрал из лагеря, совершил побег, вернулся в свою часть, немножко окреп, там его подкормили его. Он сел, снова за штурвал самолета, закончил войну, будучи, попал в генерал лейтенантом, под ним они его сбили. Под Мелитополем, извините. Закончил войну майором, героем Советского Союза. Так вот, знаете, чем он знаменит, оказывается? Я почитал эти документы. Это он был прообразом легендарного Андрея Соколова в рассказе «Судьба человека». «Судьба человека». Да? Помните, как он сказал, после первой не закусывали. Да, это он в концлагере на Гданьске такое сказал. В 1949 году он учился в академии, в военно-воздушной академии, к ним приезжал Шолохов на встречу. И он во время там, так сказать, беседы такой дружеской рассказал об этом случае. Он говорит, можно я использую в своей работе каком-нибудь произведении ваш случай уникальный? Пожалуйста, кто-то использовал. Кстати, за этот рассказ Шолохов получил Нобелевскую премию. Знаете, значение этого. Да. И третье значение этого рейда. В это время на станции Червоная, знаете, тогда назывался разъезд Червоная, Червоная. Стояло два эшелона, и там уже готовили отправку молодежи в Германии. Снова эта охрана запаниковала. Наши железнодорожники пооткрывали эти вагоны пульмановские. И эти все ребята, девчата разбежались, не попали в Германию. Вот такое значение рейда Романенко. Пять человек стали героями Советского Союза. Тоже приехал. Один просто погиб. Интересно, осталось два экипажа. На входу, два танка. И их выбила наша девочка, 18-летняя Клавдия Заболотная. Я помню ее хорошо, я заваривал с ней. Даже не погибла, знаете, как в зрелом возрасте, погибла очень трагически, а вышла сгорела на даче. Видно, плохо стало старушке, знаете. И она по 17-летней выбила через мох, через прорез, не прорез, скажите, не мох. Через мычку вывела два танка. И тех, кто остался еще в Шибах. И тогда командир бригады, 181-й бригады, тут написал приказ о награждении Веры за отвагу. Ее зачислили в эту бригаду. Она воевала, была в составе этой танковой бригады, дошла до Праги, дошла. И вот она, я с ней разговаривал, такая милая женщина была. Ну понятно, вот такие патриоты. Наша земля. Вы вспомните этого, были при червоном рынке, работал был, зам главного редактора был. У него накопилось с того периода очень много материалов, которые он дома сархивировал, с газет, встреч и так дальше. И сегодня мы его просим, говорим, слушай, ну что оно лежит? Ты давай книги. Правильно, давай, да, буди меня, будите меня, правильно. Я когда сижу, когда я пацаном был, да, сижу я дома, вырезаю из газеты. Вот приходит батюшка, приходит с института, он был завкафедрой иностранных языков Кировградского пединститута. Только защитил диссертацию, у нее была уникальная диссертация «Сравнительная грамматика древненемецкого, древнеанглийского языка». Его, кто его, так сказать, пытал там на защите, да, предлагали докторскую сразу. Да, 31 год, он еще успеет, 32 ему тогда было. И он ему только приходит кандидатскую. Он приходит, сынок, чем ты занимаешься? Так папа, вырезаю тут про войну статьи, покажи. Это ж варварство, это просто клочок бумаги. Ты должен написать, какая газета, какой журнал, какой номер, какого числа. Я с тех пор, даже если ничего не за под руками, я как-то там выскребаю. На этом, какой номер, потому что действительно я запишу, я сделаю сноску, такую-то газету. Вот я сейчас пишу книгу.
опять-таки вместе в компании, видите, насколько триумвират такой получился творческий. О героях Советского Союза, выпускника пятой школы, и там мне попалась вырезка «Советская Россия», «Неизвестие» газета 43-го года, где рассказывается о братье Глина. Специально поехал корреспондент этой газеты на фронт, встретился с нашими братьями. И я даю полностью, правда, привожу на украинскую мову, полностью выдержку с этой газеты. Я знаю, что это номер, все. Поэтому все четко, за каждое слово надо отвечать. Да, есть образы, там погода, знаете, нелетная, там, ну, в общем, можно. Но факты я не имею права исходить. Ну, вот так можно сказать долго, из полезущих 6 15 минут и стекло. Ну, что, ну, давай, походу. Дай мне завтра, как раз там, как раз начали. Я хочу сказать, что Ольга Владимировна в этой команде творческой, значит, причем не очень активно, потому что ей эта тема интересна. Она связана, очевидно, значит, родом, семья, хотя понимаю, учительская еще история и так далее. И ее это, я вот вижу, я трогает эта тема. Значит, не потому, что она там что-то политическое все, она говорит, это надо сохранить, это надо сохранить, это надо сделать, чтобы все это, и чтобы она не пропала, чтобы ее читали и так дальше. Спасибо. Я хочу сказать, я поздравляю Клебурок с очередной книгой, которая станет фундаментом, останется фундаментом для будущих поколений. Дмитрий Петрович всегда говорит и прав, что книги пишутся для будущих поколений. Так складывается в истории, очень часто переписывается, меняется, что-то изменяется, разные взгляды. Но есть незыблемые вещи. В моей семье воевали все, я внучка фронтовиков. Ряд книг, которые мы издавали по разным причинам, я принимала участие здесь. В эту конкретную книгу я посвящаю гвардии лейтенанту Дунаевскому Абраму Фимоновичу, своему деду, который прошел весь фронт, слава Богу, он вернулся живой. Каждая семья, я думаю, в нашем городе, в стране имеет свою историю. Потому это особенно близко, это особенно дорого. Благодарю Владимира Филипповича за... Я считаю, он не просто писатель и журналист, это документалист жизни нашего города. Это мы с вами создаем такой архив о великих, известных, малоизвестных приворожанах. В этой книге фамилии наверняка, которые мало кто слышал, и если бы не он, то они бы как-то ушли, как вода в песок, и через короткое время все становится пеплом, но уже не важно. Но теперь есть этот документ, и он будет храниться в библиотеках, и для кого это дорого. Дмитрия Петровича я не устану благодарить за то, что он является душой всей этой компании нашей. Он и душа, и мозг, потому что его великая такая миссия, я так думаю. Я, да, это как раз... я извините, работаю с вами двумя министрами, министр пропаганды и министр финансов. Дмитрий Петрович, благодарна ему за то, что его такие инициативы, такие его мысли, они реализуются у нас в городе, и хочу всех поздравить с днем освобождения города, 75-летием освобождения от нацизма всех нас и вечная память тем, кто положил свою жизнь, кто остался жив во имя нас и наших детей. Спасибо. Ну, я хочу не повториться. И вспоминаю, где-то лет 10 тому назад, это в 2009 году, активизация исторических процессов в городе, молодежи, значит, сессии городского совета, приезд Гириенко, приезд Киева, это связано было с Днями Комсомола и так дальше. И Владимир Филиппович подходит ко мне и говорит: слушай, Викторович, я вот подготовил материалы по Испании, кровожане в Пиренеях,
это надо бы, вот, как вы смотрите, поддержите, там много молодежи наши, летчики, все же это воевали, стая, стая, и стая, конечно, говорит. И он с таким вдохновением говорит, там же ж Павлов. Я говорю, ну, а что это Павлов? Ну как, Полушка Федор Иванович, о нем. Это ж такая яркая фигура, командир штурмовой дивизии авиационной, которая штурмовала все тут подходы воинские, немецкие и так дальше, дислоцировались в 44 году в Павлограде на кайдаках, метали, бомбили здесь вокруг, парализовывали. Это пятая на Павлограде. Я говорю, так что ты мне за Полушка рассказываешь? Я говорю, я его знаю. Он у меня, говорит, когда я женился, в кафе «Юность» была свадьба, здесь от Будапешта, у меня там Полушка был, значит, почетным гостем. А почему? Потому что, говорю, мой тест Касаткин, стрелком-радистом, летал под командиром, ну так поговорил. А потом он мне приходит через какое-то время и говорит, слушай, Дмитрий Петрович, вот тебе на, о Касаткине Николае Михайловиче материал. Я говорю, мы в семье это не знаем. Вот кто может знать, допустим, мы знаем, что человек, фронтовик, дед, бабушка, там кто-то, это имеет орден, не спасибочный. Орден, там боевой или там, значит, какой-то орден. А за что? Обычно не сопровождаются. Вот эти наградные листы, даже сами, которых награждали, они их не знали. Потому что штабах командиры готовили на печатных машинках, политические комиссары, боевые командиры, подписывали в штабы, уходили, и солдаты, офицеры не знали, что на них там героев представили, не представили, дадут или не дадут. Такое дело. А у Владимира Филипповича открылись новое дыхание, новые возможности, доступа до тысяч архивов наградных листов. И когда он коснулся братских могил, значит, многих и Лозоватки, и это другое, он провел огромнейшую работу. Кто там захоронен, какие судьбы. Значит, и так дальше. Это все поднял, это все архивные наградные листов. Я тогда подумал, он говорит, надо сохранять память. Ну, я спрашиваю свою супругу, ты знаешь, что батька тебе дома рассказывал? Да откуда? Мы же мали были. А они фронтовики, мы таскали эти ордена, они же стерялись, что-то это, за что? И он и сам не знал. А я наградные читаю. Бомбил Апостолова. В этом звене один. И четыре звена шли. И одно звено подбили, повторили, в Апостолову подвиг стояло. Значит, это капитан Черняк и, значит, Шаковский. Значит, 20 лет не знали родители на Урале, где они погибли, что отец занимался потом. Он в этом воздушном бою под Воронцовкой как раз были. Значит, вспоминает, говорит, что один погиб сразу, капитан, а стрелок, который там еще был оборон, полицай подошел, его там приколол, там обелиск стоит и так дальше. Вот такие приезжали с Урала родители, все, такая поисковая работа. Вот, и поэтому, значит, по таких случаев, что даже дети сегодня, мы не знаем до конца. А наградные листы, вот такие документы, которые позволяют лучше даже всем их узнать. Поэтому Владимир Филиппович это полностью использовал. Конечно, получилось такое творческое, потому что Ольга Владимировна, значит, эта тема близка, она сама сказала. Вот, и, значит, многие близкие, но не так, вы знаете, которые вот хотят и душу отдать, и копейку поддержать, и так дальше, чтобы эти проекты состоялись. Поэтому я хочу присутствовать всем, сказать Ольге Владимировне спасибо за сотрудничество. Здесь в нашей команде и Степаненко,
Он другие книги написал, там идет тоже выход, и Кан, и Сыч. Мы сейчас думаем, как это все, чтобы оно ищем мы это все. Володя сейчас задумки дальше идут. Мы школу пятую отремонтировали за кусок городского бюджета и за бюджет громадской организации. Там же вы знаете, что такое громадский бюджет. Вот. Молодежь, вот общественные организации, значит, из зарядного места. Когда шла ремонт, нужно было новую доску. Мы их попросили, говорим, ребята, девочки, я специально, ну, как секретарь, когда райкома, там, комсомол, молодежь, да, это говорит, слушайте. Говорю, я не буду вам шукать, кто такие Глинки и кто такие герои вот это. Вы давайте в интернете шукайте, изучайте и делайте дизайн электронным, сделать новую, как вы видите, эту доску новую и так дальше, на пятой школе. И мне было очень приятно, что они откопали. Они и фотографии, но я, конечно, следил, чтобы там не ошибок, чтобы герои не дали, двух героев еще не попутали. Ну, это в молодежном среде, это всегда такое бывает. Значит, и они такую доску сделали, и сами смонтировали, сами там со строителями сделали, и все. И возглавляла это тоже дочка Маша, значит, Ольга Владимировна. И мне было очень приятно, что они молодежь 23-24 года, они уже копаются в этом деле, что тоже душа в этом есть. Поэтому в Крымроке история молодежи политическая далеко не ушла. Более того, я вам скажу, значит, память сегодня надо защищать. Я вчера событие такое было в городе, и сегодня оно протекает, это Небесная Сотня, это новая история, новые герои. Я, например, поприсутствовал вчера, меня пригласили в центр, значит, координационный, на освобождение, где Виктория Сумуненко. Три героя Советского Союза, которые учились в пятой школе. Это вообще в мире нет такого случая. Вот он уже четыре написал, четырех описал, значит, еще Глинки остались, у него Глинка, герой Подбуд и этот, и Мыхлин, да. Значит, идет работа. Значит, хочу сказать, что мы эти книги издаем в серии «Жизнь замечательных криворожан». Мы продолжаем нашу серию, значит, поэтому краеведческий материал мы не заканчиваем. Мы работаем с документами, и Владимир Филиппович, и Степаненко, значит, и Мельник Александр, и Рукавицын. У нас очень много, большая такая команда в городе, которая, ну, старается не выдумывать чего-то, а базироваться на документах, на правках. Вот, и сегодня я хочу тоже вас всех поздравить с наступающим освобождением города, праздником. Всем пожелать хорошей памяти, значит, и библиотеки, ну, вы храните этой памяти. Значит, и чем дольше в библиотеках будет сохраняться эта память, тем больше будет, мы будем в единстве поколения. Я все сказал. Александр Петрович, 15 минут. Вся Европа помогала Германии воевать против нас, и, ну, против типа самого. Когда ваши танки, немецкие танки, не только его, США тоже. 14, да. Вошел 14-й моторизованный корпус немецкий в Кривой Рог. Танки были чешские, Шкода. Грузовики были Рено, Франция, Фиат, Италия, противогазы польские, мотоциклы датские. Представляете? Только у них были свои автоматы, были свои фишмайцы, так называемые. Что интересно, буквально сейчас скажу. Кривой Рог захватил корпус под командованием немецкого генерала танковых войск, по-нашему генерал-полковник Альфред фон Виттерсгейм, такой был, маститый прусак, генерал, еще деда-прадеда. Судьба интересная у него. Когда он захватил Кривой Рог, его вызвал Гитлер, позвали Гитлеру в резиденцию, тоже значение видели Кривого Рога. А у него на груди рыцарский крест висит. На груди, за Францию, за взятие Парижа. Гитлер говорит, снимай крест. Фюрер, как? Снимай крест.
таким жестом. Он снимает крест, заходят два таких человека, и в этот крест вбивают эти серебряные дубовые листья. Это высшие степени. Закрывай рог, Гитлер говорит. Опять он посыпил, завязал, все. Так вот, интересно, время Сталинградской битвы. Никто иной, как генерал Беттельгейм, захватчик Крюрова, приезжает к Павлюсу, генералу, командующему штаба, и говорит: генерал, нас большевики заманили в ловушку. До зимы здесь мы не протянем. Нам тут будет погибли. Нам надо уходить на зимние квартиры за Дон. Ты что? Гитлер показал, мы же голову видим в бинокле. Вот еще один прорыв, и все, 13 будет наш. Он три раза приезжал к нему. На четвертый раз его уже ждала гестапо. Он приезжает, а его ждут гестаповцы. Говорят, вас фюрер приглашает так вежливо, взяли под руки на самолет. Тимрюк такой аэродром есть под Сталинградом. Сталинград, Берлин его. Гитлер подбегает к нему, срывает с него все награды, бросает погоны, бросает кресты, что эти жалеют, рыцарские бросил. За то, что он паниковал в Сталинграде и отдал под суд. Судья даже при фашизме пишет Гитлеру письмо: у меня не поднимается рука приговорить его к смертной казни, так как прадед генерал, дед генерал, отец генерал. И этот наш захватчик Криворога Берлин защищал рядовым фольштурмом. То есть у него в руках был фальшпатрон, генерал-полковник. Вот так тоже немцы поступали. У нас батальон, у нас в штрафные батальоны можно было выжить, в штрафных батальонах. Раненый там отличился, иди в такую часть. У немцев штрафные только смерть. Все. Места, где шли бои, где братан Хмельницкий. Как 2-го, 23-го поедете на целый день? Да, поедем, Саня. Отвод земли и заниматься, и все под эту Криворижскую сечь. Мы с Бахтияром отмерять будем? Да, там нету хозяйственных. 100%. Хозяйственных Пицыгок, это Петровская райадминистрация. Нет, там знакомые там, и там бывали не раз. Поедете автобусе? Да, поедем, поедем. Все, значит, я включаю. Кстати, не дай воде, был такой случай интересный. Не дай воде, был такой... 23-го. Завтра, в субботу. Встреча при колоколе, 9 часов. Последний момент. 23-го. Вот, не дай водой, пропадает бесследно не простой генерал, не простой человек, рядовой красноармеец, а полковник, начальник отдела армии. Пропадает бесследно, пропадает. Обвинили, что он попал в плен, что он сдался. Лишили пенсии его семью. Содержание, полковник. Не пропал без вести, полковник. И только в 1974 году двое местных жителей ехали с поля и натрапали на что-то светится, что-то блестит. Это была весна, солнце появилось так. Медаль 25 РКК, такая была медаль. Начали дальше, орден Красного Знамени. Потом они поехали в свою раду свою, позвали там ребят, раскопали, нашли останки человека. Два ордена Красного Знамени, медали за РКК. По номерам наша милиция местная Криворожская, установила к этим, настояла номера, что они принадлежат полковнику Емельянову, начальнику отдела 37-й армии. Таким образом нашли останки, и он оказался героем, настоящим погибшим за Криворожскую. В 1974 году, да. 400 лет он пролежал в останке. Он погиб в бою с немцами, нарвались на немцев, на автоматчиков, и их засыпало землей, что там они там лежали, в общем, останки его водителя. Вот такой случай был. Кстати, знакомый, я тоже его знал, Полушка Федора Ивановича, я в него два интервью брал еще живого. Он Испании... прямо после войны военторгом был, руководитель, полковник, орденом Ленина полно, все. Два Ленина, пять Красного Знамени, пять, не один, да, военторг управлял. Так вот, интересно, что в Испании, он был добровольцем, был в Испании, вызывает в штаб авиации республиканский, а заходит, а там, говорит, вас зовет генерал Дуглас, вызывает. Ну, Дуглас, заходит, а это этот комбриг, комдив Смушкевич, он на него, начали обниматься, говорит, подожди, пока.
общем, он дал ему задание, говорит, товарищ, а его было Пабло Паланкар, псевдоним, Пабло Паланкар. Паланкар, вам задание быстро во Францию, в Париж, вот кейс, этот чемодан, там деньги, франки, купить самолет спортивный, вернуться на самолете уже в Мадрид. Он поехал, купил самолет, помогли ему, он прилетел в Мадрид, и потом он говорит, слушайте, команда, теперь задание, вы летите на Сантандер, это север Испании, и Хихон, оттуда вы возите 42 человека летчика наши, которые потеряли технику, а должны уже франкисы захватить север Испании, вот захватят. И наша земля, спас 42 человека. Кроме того, он вывез золотой запас севера Испании, Мадрид. Такие наши. А еще один наш земляк, когда погиб, к сожалению, совершил Николай Косогов совершил второй в мире танковый таран. Его экипаж первый в мире совершил тоже в Испании одессит Осадчий. Одессит в Украине совершил танк. Они тоже погибли, к сожалению. И наш второй в мире был танковый таран совершен. Нашим земляком. Все, ну все.